хорошая, потому что крайне матч наш с сборной Японии показался, что команда и желание, характер. И несмотря на то, что мы накануне проиграли, и совершенно в этом смысле и эмоционально, и физически, ну, мы собрались и обыграли не самую простую команду сборной Японии. В целом, хочу сказать, что мы, конечно, лучше выступили на чемпионате мира, но на четвертом, я думаю, отдохну сейчас, после года, я думаю, никуда не поеду. Такие мероприятия мы можем, мини-футбол поиграем, там съездим, говорят, нашим друзьям по регионам, но в Москве и набирать силы для следующего года. Отличное выступление, я рад за нашу команду, за нашу сборную. Мы были настоящей семьей на протяжении всех недель. И несмотря на тяжелейший сезон, сумели вытащить из себя максимум и добиться такого замечательного результата. И где-то нам те, скажем так, приходящие обстоятельства, которые сложились в полуфинале, помешали оказаться в самом главном матче турнира. Но тем не менее, бронзовая медаль – это большая победа, это останется навсегда в архиве всего российского футбола. Я поздравляю всех наших болельщиков, всех тех, кто искренне за нас переживал. И очень рад, что мы приехали из Южной Америки с медалью.